Привет, друзья! Меня все так же зовут Наталья Качанова-Роудс, и я рада видеть вас на своем канале. Меня часто спрашивают, что я думаю и какое у меня отношение к брачным агентствам. Поэтому решила записать короткое видео. Я считаю, что брачные агентства являются возможностью для тех женщин, которые никак не могут мотивировать себя работать на сайтах знакомств. Это будет для них своего рода такой пассивный поиск. Единственное, что таким женщинам нужно будет сделать, это найти такое брачное агентство, пойти зарегистрироваться, отдать свою анкету, там, сделать портфолио. Безусловно, я уверена, что все вы читали просто громадное количество информации о том, как работают брачные агентства. Прежде чем идти регистрироваться в какое-то агентство, почитайте отзывы. Но еще раз я хочу сказать, что на мой взгляд, это такой, я бы сказала, пассивный способ поиска партнера. Повезет, не повезет, 50 на 50. Будут показывать вашу анкету, будет ли она попадать там, в какие-то там, да, ожидаемые предпочтения конкретного мужчины, никто не знает, да, потому что в большинстве степени брачные агентства отрабатывают деньги, которые платит мужчина. Поэтому мой ответ прост. Брачные агентства, ну, выбирайте, конечно, чтобы была хорошая репутация, подходит для тех женщин, которые самостоятельно искать мужчину не хотят, не могут, не будут. Ну, тогда я вам рекомендую, девочки, регистрируйтесь в этих агентствах, и пусть для вас кто-то ищет, ну, возможно, вашего будущего избранника. Поэтому я рекомендую, не ленитесь, регистрируйтесь. Предваряя вопрос, какие брачные агентства я могу рекомендовать, я сразу хочу сказать вот что. Если вы уж решитесь отдать свою судьбу, ну, по крайней мере, информацию о себе, свое портфолио, информацию о себе и о том, кого вы хотите увидеть в качестве своего избранника, я вам рекомендую все-таки не лениться и провести небольшое исследование. Какое это брачное агентство, какая у него репутация, почитать отзывы не на сайте этого агентства, а поищите форумы, отзывы. Я уверена, что вы найдете много информации. Если это агентство международное, тогда посмотрите подобные отзывы об этом агентстве на английском языке. То есть сделайте, не поленитесь, сделайте небольшое исследование, чтобы быть уверены в том, что вы свою судьбу отдаете, ну, насколько это можно сказать, в надежные руки. Ну, вот такой мой короткий ответ. Всем хорошего настроения, веры в себя и до новых встреч. Пока!